Привет! Вы смотрите «Молодежный форум». Удивительно, но факт. Несмотря на свой преклонный возраст, Дед Мороз долгое время не числился в списках пенсионеров Великого Устюга. Звание ветерана сказочного труда Пенсионный фонд России присвоил ему лишь в 2009 году. Впереди еще много интересного. Мы подготовили для вас специальный новогодний выпуск. Оставайтесь с нами, и вы узнаете. 2013 стал историей. Самые яркие события года глазами корреспондентов молодежного форума. Принимаем поздравления. На связи молодежные студии. С пожеланиями счастья. Редакция программы «Молодежный форум» поздравляет своих телезрителей. 365 дней уходящего года уже становятся историей. Для молодежи Красноярского края и редакции нашей программы этот год был ярким и креативным. Пришла пора перевернуть страницу и начать новую летопись. Но сначала полагается подвести итоги. Год для коллектива молодежного форума был прежде всего наполнен рабочими буднями. В эфир вышло 52 выпуска программы. Это более 150 интересных и познавательных сюжетов. Часть материалов была привезена из командировок. Так, минувшей весной съемочная группа нашей программы отправилась на 12-е молодежные Дельфийские игры России. В Новосибирск съехались команды из 80 регионов России и 21 страны. В состав нашей сборной вошли 115 человек, в том числе и коллектив программы «Молодежный форум». Представители Красноярского края выступили в 22 номинациях и завоевали 28 наград. Наша программа получила специальный диплом Дельфийских игр. Все спецпризы, все золотые, все серебряные, все бронзовые медали, они суммировались вместе. И это принесло сборной Красноярского края в общекомандном зачете 6-е место! В мае команда молодежного форума вместе со сборной Красноярского края побывала в Ульяновске на 21-м всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Наш регион представляли 60 студентов из 5 вузов края. По итогам конкурсных испытаний 6 наград отправились в Красноярск. В июне корреспонденты молодежного форума стали участниками большого пресс-тура по Красноярскому краю «Енисей-РФ». Пятидневный автодорожный пул «Юг» отправился из Красноярска в Шушенское. Во время путешествия нашей команде выпала удача увидеть уникальные уголки сибирской природы, побывать в заповедных местах природного парка «Ергаки» на территории национального парка «Шушенский бор». Но главное – это встреча с удивительными людьми, которые стали героями сюжетов. Такие прогулки, они полезны на телесном уровне, потому что человек выздоравливает, резвится, успокаивается, общается. Приближаясь к природе, он сбрасывает с себя все те городские мерки, весь материализм. В июле 2013 года более 3500 человек посетили Бересинскую поляну. Смен на территории инициативной молодежи было 8. Редакции молодежного форума снова было не до отдыха. Это достижение многих смен, многих поколений тех, кто строил Бирюсу, кто здесь был, кто создавал дух Бирюсы. Ну и самое главное, это достижение всей нашей красноярской молодежи. Осень была особо богата на события. Полтора месяца мы провели в путешествиях по нашему региону, сопровождая по традиции краевой проект «Новый фарватер». 10-й юбилейный фарватер объединил территории 5 географических зон Красноярского края. Проектная деятельность, конкурс флагманских программ, творчество. Всего 35 конкурсных мероприятий по 14 номинациям. За первое место в рейтинге боролись представители 58 территорий края. Участниками проекта стали почти 2500 человек. В этом году победителем 10-го юбилейного нового фарватера стали команды Шушенского района, Ачинска, Зеленогорска, Лесосибирска и Железногорска. По итогам всех зональных конкурсных испытаний Шушенский район поднялся на первое место в общекомандном зачете. Команды победителей каждой зоны были награждены денежными призами. Кроме того, лучшие участники проекта получили отличные дополнительные призы и сертификаты на участие в различных проектах, приглашение на молодежные Дельфийские игры России 2014. Мы можем с уверенностью говорить о том, что фарватер в этом году собрал большое количество талантливых молодых людей,
которые показали себя, посоревновались друг с другом, получили опыт, ну и показали действительно, что в крае молодежная политика развивается очень хорошими темпами. Осенью в программе был запущен новый проект нашего корреспондента Антона Пухова «Битва рэперов». Каждую неделю двое рэп-исполнителей соревнуются на знание истории красноярского, российского и мирового рэпа. Позади четвертьфиналы. Их победители уже в 2014 году продолжат борьбу в полуфинальных и финальных битвах. Следите за эфиром. Кстати, вы тоже можете повлиять на судьбу участников проекта, проголосовав за них в группе ВКонтакте «Хип-хоп-линия». Победителя проекта ждет достойное вознаграждение. Друзья, я надеюсь, наша передача поможет вам получше узнать историю красноярского, российского и мирового рэпа. Ведь тот, кто не знает своего прошлого, у того нет будущего. Давай, встретимся в сети. И, наконец, осень порадовала нас достойной наградой. На межрегиональном форуме «Енисей-РФ-2013» фильм «Дельфийский урок» съемочной группы молодежного форума одержал победу в номинации «Созидатели». Признание экспертов – важная составляющая любой работы, но не менее важна и поддержка коллег. В течение года мы продолжали сотрудничество с молодежными редакциями городов и поселков нашего края. В эфире программы «Молодежный форум» выходили сюжеты наших коллег из Лесосибирска, Канска, Ачинска, Назарова и Минусинска. Подводя черту, с уверенностью заявляем – этот год прошел ярко и незабываемо. И все, что мы делали для тебя, дорогой наш зритель. Оставайся с нами и в новом году. Будь в теме. Смотри «Молодежный форум». Наши коллеги из молодежных студий городов и поселков Красноярского края плодотворно трудились весь год. Их сюжеты вы могли видеть в эфире «Молодежного форума». Какие сюрпризы они подготовили для предновогоднего выпуска, узнаете прямо сейчас. По сложившейся традиции поздравить с Новым годом телезрителей спешат сразу несколько коллективов молодежных программ из разных уголков нашего большого края. И первым в наш эфир вырывается поздравление из заснеженного Канска. Редакция телевизионной студии новостей Канского педагогического колледжа уже прониклась новогодним настроением и с радостью спешит им поделиться. Морозное утро и елочка в доме. Компания близких людей. Сказки о Деде Морозе, о гноме. Цветные шары у дверей. Пускай в Новый год к вам все это приходит. Веселье и смех, кутерьма. Пускай волшебство каждый год происходит. И жизнь будет красок полна. Телевизионная студия новостей Канского педагогического колледжа поздравляет с Новым годом всех зрителей молодежного форума, а также редакцию программы. Мы будем рады и в следующем году продолжить сотрудничество и рассказывать вам, уважаемые телезрители, о самых интересных событиях из жизни города Канска. Мы желаем вам красивого праздника. Чтобы следующий год обязательно осуществил все ваши мечты. Живи не по схеме. Не соответствуй системе. И будь с нами в теме. С Новым годом! Преодолев почти 300 километров, следующим до нас долетает поздравление с севера нашего края, города Лесосибирска. С воодушевлением встречают Новый год корреспонденты и ведущие программы «Новости ФМ». И торопятся поздравить вас, дорогие зрители. Пусть придут в году грядущем. К вам удача и успех. Пусть он будет самым лучшим. Самым радостным для всех. Пусть для вас людей хороших. Не боящихся забот. Будет он не просто новый, а счастливый Новый год. С Новым годом! Ура! С запада к нам доставили сразу две весточки из Назарова и Ачинска. Первым получаем глагольное поздравление из Ачинска. Почему глагольное, сейчас узнаете. Молодежка из Ачинска для всех, всех, всех. Продвигайся, учись, развлекайся. К новому стремись, чужого не пугайся. Улыбайся, гуляй, одевайся. Танцуй, не стесняйся. С нужным глаголом определяйся. С пожеланием в Новый год, твердым шагом и вперед! С Новым годом! Вот так необычно, задорно и весело поздравили всех участники молодежной программы «Продвижение». В народе больше известные как «Продвиженцы». А теперь смотрим новогоднее поздравление от молодежной программы города Назарова, которая совсем недавно сменила свое название. Теперь это «Мое ТВ». Назаровцы решили отличиться и даже раздобыли символ наступающего года. Заинтересовались? Тогда смотрим. Молодежная программа города Назарова присоединяется ко всем поздравлениям. Живите активно!
приносите пользу миру. Не тратьте время зря, ведь оно так дорого. И встретите Новый год по всем правилам. Конечно, можно с точностью выполнить все советы астрологов. Одеться в синее, взять в руки сено и поцеловать полочь лошадь. Всем привет из славного города Назарова. Вот такие разные редакции молодежных программ есть в нашем крае. Крупные и малые, серьезные и не очень. Но объединяет их одно – желание всегда быть в курсе и рассказывать своим зрителям все самое интересное. А в следующем году мы обязательно продолжим эту традицию и верим, что новогодних весточек будет еще больше. С наступающим, друзья! В течение всего года над созданием программы, не покладая рук, трудилась дружная редакция молодежного форума. Большая часть этих людей всегда оставалась за кадром. А сегодня им есть что вам сказать. Всем ярких эмоций и радужного настроения! Улыбайтесь чаще и делитесь своими эмоциями с окружающими. Читайте книги, занимайтесь экстремальными видами спорта, колбасьтесь на дискотеках и ходите на рок-концерты. Ставьте перед собой цели и покоряйте их. Тепла и уюта в ваш дом. Мечтайте больше, мечтайте везде, ведь мысли материальны. Самосовершенствуйтесь, развивайтесь, познавайте новое и никогда не останавливайтесь на достигнутом. Почаще встречайтесь со своими родными и близкими. С новым 2014 годом!2013 год был очень яркий для спортивных событий, событий в отрасли молодежной политики. И, безусловно, нас всех объединила победа города Красноярска и Красноярского края, да и всей нашей страны в заявочной кампании Всемирной зимней универсиады 2019 года. И, конечно, мы шли на протяжении 2 лет к этому событию, и ноябрь месяц показал, что наша отрасль настолько качественно сработала, именно спорт и молодежная политика все сделали для того, чтобы эта победа состоялась. Безусловно, в 2014 году нас ждут очень серьезные перемены, изменения, и первым важным проектом для спорта, для молодежной политики станет Олимпийские домашние игры 2014 года, и мы надеемся, что наши ребята выступят очень достойно. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать нам новых идей, новых свершений, и только вместе мы сможем добиться очень серьезных результатов. А на сегодня все. Все сюжеты, вышедшие в эфир, ты можешь посмотреть на сайте молодежныйфорум24.рф и на телевизионных порталах Дельфик ТВ и Вся Россия. Кроме того, ищи нашу группу ВКонтакте. Смотри «Молодежный форум». Счастливого Нового года и веселого Рождества. Пока!